Мне задали один вопрос. Таня, как вас можно быстро найти на YouTube, чтобы не забивать понемногу обо всем, название канала и т.д. и т.п. То есть пишите «Тати код 91» и высвечиваются все мои видео. И там вы сможете меня быстро так найти. Или просто кому-то передать ссылочку и т.д. и т.п. Ребятки, не проходите мимо. Все-таки я нашла поближе. Посмотрите этот кустик, этот цветочек. Вы гляньте, какая красота. Ой, ну прям как цветочки, как не знаю, что, как у орхидеи, нет? Ой, вообще красотень, обожаю это дерево. Вообще натюрморт, да? А вот, смотрите, ой, ребята, никогда не видела этого розовые. Смотрите, какая красота. Помните, мы видели белые, как они называются, девочки? А ну-ка напишите. Ой, как здорово, гляньте. Красотень. Пасион гитана и сангре спаньола, cuando estoy contigo a solas. Пасион гитана и сангре спаньола, и мундо es una caracola. Buenos días a todos, mi gente. Buenos días. Mientras me subo este video, será ya tarde o noche, quién sabe. Именно вот так вот у меня начинается очень много дубляжей. А знаете, почему я вам сегодня говорю это, ребятки? Кстати, в переводе я просто с вами поздоровалась. Потому что написали мне, ну, в принципе, уже не первый раз в комментариях, говорит, боже, а живет она там уже 24 по 25 лет? А диалекта у Танечки-то вообще нету. Это по-испански вообще не шарит. Вы знаете, меня так улыбнуло. Ну, вообще, просто улыбнуло. Вы знаете, сколько дубляжей у меня выходит вот так вот постоянно, когда я записываю видео. Ребят, это трэш полный. Бывает так, сидишь с друзьями, тут раз так переключка, знаешь, начинаешь так смотреть ваши сообщения. И бывает, знаете, вот так сижу, а потом начинаю разговаривать. И смотрю, такие глаза квадратные, знаешь, так люди очки опускают. Так, Таня, эй, я говорю, что там такое? Они говорят, Тань, а ты вообще не в курсе, что ты с нами на другом языке разговариваешь? И вот так вот таких случаев было, вы себе представить не можете. Я знаю, дорогие мои, что нужно очень многим людям объяснять это. И вы знаете, вот разговаривая именно по поводу диалекта, девки, вы вообще, я усыкаюсь. Вы знаете, в испанском, так если так подумать, вот нет диалекта. Может, люди, которые живут в Штатах, люди, которые пользуются именно английским языком или каким-нибудь другим языком, да, остается, может быть. А вот испанский я вот как-то не замечала. Единственное, что, вот я вам могу так поделиться, знаете, так, между нами девочками. Вот когда я пишу, наверное, вы замечали, да, что перестановка слов какая-то странная, да, вот выражение. В испанском оно именно грамматика вот эта вот, да, перестановка слов. Ребята, это просто вот автоматически, даже бывает, слов не хватает. Это вы себе представить не можете. Сколько раз я бегала за мамой и говорила, мам, а это слово существует? Ну, не помню я. Нужно забивать, бывает, и в Google, чтобы как-нибудь выразить свои мысли. Да, смешно. Ну, что ты поделаешь? Ну, забываются слова. Некоторых слов, может быть, даже я и не помнила. Сейчас вот такие все умные, вот столько всего, знаете, да, вот таких разных прибамбасов в словах, замена вот именно слов антонимом, синонимов, да, разных, и которых я вообще не знала раньше. То есть, конечно, развиваемся потихоньку именно общением. Я вот когда начала канал вести мой, ребята, я вам честно скажу, вообще ни бы, ни мы. Вот посмотрите мои первые видео, вы поржете именно со мной. Да, бывает очень тяжело развивать какую-нибудь мысль. Конечно, со временем, когда развиваешься немножко, да, вот уже все-таки полтора года прошло, да, и честно я вам говорю, сравнить раньше и сейчас — смех и грех. Да, в принципе, и сейчас немножко смеха, правда? Мало то, что суржик, мало то, что русский, мало то, что украинский, намешанное, а бывает это слово я человек вставлю. Ну, ребят, извините, я меняться не насобираюсь. Сколько там у меня уже опять, неустанные мои дорогие подписчики хотят поправить, ребят. Ну, нету у меня этого в заложке, понимаете, да, вот в заложке. Не собираюсь я меняться вообще ни для кого. Мой принцип в моей жизни, поймите, таким, какой ты есть. И тем более, допустим, на люди, что я должна меняться, ради кого, ради чего, кого я должна ублажнить. Уши режет там некоторым особо там, ой, фу, режет, так-то деньте затычки в уши, господи. Если хотите, то я вам буду все время по-испански разговаривать. Прожжем вместе.
И вообще, Feliz Viernes. Я поздравляю вас с пятницей, ребята, пятницей. Как я устала на этой неделе. Вы знаете, девчонки и мальчишки, у меня на этой неделе на нервах так болела под лопаткой. Вы знаете, вот именно просто перенервничала. А когда перенервничаешь, потом, когда вот идет такой релакс, да, вот свобода такой души, потом начинается именно жор. Ребята, у меня вчера был такой жор, вы себе представить не можете. Выхожу я с работки и поперла. Перекусила вот буквально, и как пошло, не могла остановиться до вечера. И поставлю вам заставочку, посмотрите. Я ждала, не дождалась, пока я выйду с работы, чтобы где-нибудь что-то затоптать, а просто даже домой не успела доехать. Напишите, у кого такое бывает, когда перенервничаешь. Ну, за машину, да то, за все, ну, сами понимаете, жизненная. Что-то просто похолодало немножко на вечер, там я жор попер. Ветерочек подул, и сразу пошли жрать. Целый день не едим, а потом вперед напихиваться. Ой, ты уже смотрела статистику моих видео и комментарии. Ой, девочки, потому что это именно девочки пишут. Девчулечки вы мои, родные. Простите, что я вас так разочаровала под именно видео про хренчик. Заходят многие и говорят, боже, какой ужас. Какой ужас, извините меня, я зашла в ожидании неизвестно чего, а там вот такая хрень. Вот сидит какая-то бабенка, рассказывает свои опыты. А чё ж ты туда кликала, родная ты моя? И ты там что думала, что там будет веселье и подробности не будем говорить на что? История ей не понравилась, а кликают девки, как я ржала, а кликают, увидят слово «хренчик» и давай там печатать. Ох, кемала сойвер, да? Соболезнование так вообще, я уже забылась абсолютно. Какое там соболезнование? Все же у нас все правильные, правда? У всех тебе было счастливо и по маслечку шло. Желаний сколько было, боже, девочки, вы себе представить не можете. Как люди развивают свою вот именно интеллект, вот именно, чтобы кого-то послать, обидеть, унизить. Ой, девки, ой, прям стараются. Особенно, когда я хочу что-нибудь показать такое интересное и заткнуть рот некоторым, да? Они просто не досматривают видео. Хотя в последнем видео я показала, наконец-то, ну, я не знаю, моего друга мельком. Ну, хотя многие не досматривают видео до конца. Ну, и вы и потеряли. Наконец-то Танечка им закрыла рот и подтвердила. Правильно, девочки? А вообще-то, знаете, доказывать кому-то, это значит быть неправым. Хотя я могу вам сказать такую вещь. Сколько видео было таких, что он сидел рядом со мной, а я именно записывала и работала. Да, сидел рядышком и просто-напросто внимательно слушал и смотрел и смеялся. Все равно ничего не понимал. Сколько видео я сделала в его квартире. И стримчик даже есть такой один. И шортсов куча. Ну, девочки, ну, некоторым это не интересно, хотя они знают всю мою подноготную и каждый сантиметр моей квартиры. Правда, красотульки мои? Ну ладно, пошлите, я покажу вам, как я вчера ужинала. И какую костяху мне сегодня принесли. Мы сегодня находимся в новом барчике. Ну, по дороге с работы. Вышла, думаю, ну что, присяду. Завтра ж пятница, а хули нам? Вот такая аргентинская брассерия, ну не знаю, видите ли, да? Асадор Аргентино. И, конечно, мясо здесь делают суперовские. Это Барио Сан-Луис. Это у нас почечки, зажаренные на планче. И именно сделаны аргентинской приправой. Чумичури называется, обалденная. С этой сальсой можете скушать. Даже не знаю, что. Вау, какая вкусняха. Это цыганочка с выходом. Аргентинская эмпанада. Девочки, мальчики, смотрите, какая красавица. Де Криойо. Так что, кто знает, напишите. Только обратите внимание, специально для вас я разорвала ее. Вообще-то всегда мне нравится кусать. С карне, с мяском, ребята. Ох, вот сейчас я натопчусь. После рабочего дня я заслужила. Кто там у нас на диетках, ребятки? Приятного аппетита. А кто ужинает, тоже приятного аппетита. Я вообще облизываюсь. Я много перепробовала аргентинских панадиас. Панадиас называется. Но я обожаю их с мясом, с овощами. И именно, чтобы там было яйцо. Ох, я торчу. Очень вкусно, но мне кажется, что это просто вот именно мясо, знаете, как хорошо обжаренное. И вот именно, не знаю почему, мне кажется, что это мясо, как в мясорубку прошло, да?
Ну, не знаю, но не настоящее это мясо, это именно для аргентинской эмпанадии. Уж пробовала аргентинские эмпанадии. Я работала в аргентинском баре, я их столько перепробовала. Нам даже с Аргентины приезжали именно гости хозяина. Ребята, мы обжирались этими аргентинскими сладостями, аргентинскими всеми. Это просто не выжить, какая-то вкуснятина. Кто с Аргентины, пожалуйста, напишите мне. Это просто супер, еда Аргентины. Бар забитый полностью. Я только пришла, уже некуда сесть. Внимание на эти балконы. Ребята, вы себе представить не можете, до такой степени они вместительные. У меня немножко больше балкон был. Я жила в этой зоне раньше, когда замужем была. Такие балконы. Там стол громадный, входил свободно. Вот такого стиля где-то примерно, да? Большой стол пластмассовый, да, вот как в барах, и 8 стульев. Ай, как я вспоминаю эту зону, где я жила раньше с мужем здесь, когда еще даже иностранки у нас даже не было. Вообще новый стоял, а сейчас уже вроде бы и старый, и меркадонка под ним. Дело 12 евро, ребята, всего лишь. И отлично, отлично посидела с отличными людьми и пообщалась. Так что советую. Погнали дальше. В этой зоне вы можете покушать прекрасно мороженка. И вот этот бар рядышком, так же само. Ой, простите, стекло грязное. Куча баров. Барио называется Сан-Луис. Чудесно. Чудесно. Скорая помощь. И постоянно именно звучит сирены. Как я могла жить здесь раньше, я не знаю. Здесь рядышком у нас находятся тоже пожарники. Кошмар. Прекрасная, ребята, красивейшая, очень спокойный городок, такой вечерок прохладненький, супер, вечер удался. Это вы не поверите, что я сейчас буду делать почти в 11:30 ночи. Ага, вот только что пожрала и опять буду жрать, вот что обозначает опустилось солнечко. Ой, сейчас вареничков домашних, мамочкиных, так натопчуся. Тоха с печенкой, ребят, можете представить? Ой, как блестят. Ой, сейчас будет весело. А потом желудок будет останавливаться. Я вам говорю, hello, Kitty. Потому что Танечка сейчас будет топтать, как вот бесстыжая, такая вот наглая морда. И придавать вам аппетитика. Как это жизнь, девчата. Гляньте, гляньте, как оно там хлюпает. Это же можно слюнкою вдавиться, а? Девочки, я вам клянусь, оце клянусь, оце 6 вареничков и все, спать. Потом шоколадкой закушу, а потом виноградиком и все. Це мои любимые ингредиенты. Маслечко, трошки сметанки, та ось сейчас сою сюда добавлю. Ну, девочки, не 6 тут вареников, не буду брехать. Не 6 там, а ну сейчас посчитаем, сколько у нас тут получится. 4, 5 я уже сожрала. Так, 5. 6, 7, иди сюда уже, господи, не хочу вылазить. 8, як раз десяточек, ось все, бачите, яка вкусняшка, девчатка, да це ж надо жрать его, пока лезет. Ой, вот пока хороший аппетит, вот це значит здоровечко есть, а талия, мать его, так, нас и так люблять. Перчила, так что ничего, харя в мене не тріснуть.